Калмык мне нравится. Такой чингачгук. Вот такой большой самовар. Да, самовар большой. Сами выпадывать. 200 рублей, мальчик. Три броска дает. С трех бросков сбиваете баночки и забираете любого мишку на выбор. Подходим, молодые люди, милые дамы. Желающие участвовать? Эту пирамидку и забираете любого мишку на выбор. Держи, оружие. Держи. Казаки? Дай бутылку свою. Стреляйте. Туда только, когда скажу огонь, тогда стреляйте. А во что не целится? Ну, дерево целится. Листочек. Огонь! Ну, как вам ДТ 44-го года? Раритет. Русский дух. Не желаете? Нет, присоединиться? Спасибо. В холостых 7, а в боевом 8 вмещается. То есть холостые патроны, они чуть больше. Подожди, тут не скрыли. Сначала вы щелкнули? Так, вот туда. Надеюсь. Только по команде. Стой, подожди, не стреляй, Миш. Раз. Готово? Давай. Огонь! Вот, смотрите, детвора. Т-34-ку облепила. Оригинал ДОТ, который остался с Великой Отечественной войны. Wonderful. Cops. 97. Yes. First time. Very good. Very good. Yeah. And since that time, I go with you from the battle to another battle. Вы не знаете такого? А вот он из Питера.
Не припадет. Только переверни на меня. Тяну, ну ты ко мне бухом стоишь. Ну, переверни нормальной стороной ко мне. А где тебе именно куртка? Или как-то брони, пластины, титановые. Главным предком 24-й пехотной дивизии 1812 год, 1912. Хочу еще показать, какие памятники стелы мы прошлись. Это вот, если вы видите. Потом мы прошлись вот здесь. Потом мы прошлись туда, туда. И потом мы оттуда прошлись. Главное, так что кто сюда собирается, сразу говорю, что пешая прогулка будет обеспечена на 100%. Походите вы здесь хорошо. Ну какие байкеры. Сколько машин стоит на поле, которые приехали в Бородино. Ну как вам, понравилась реконструкция Бородинского сражения? Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет еще много-много интересного. Всего хорошего, до новых встреч. Пока!